Всем привет, Костелло. Здесь мы с вами продолжаем проходить Little Hope, хотел сказать, House of Ashes. Короче, запись надо было проверить, все работает. Мы продолжаем. Продолжаем сейчас от лица Рэйчел. Мы в предыдущей серии, кстати, если что, потеряли ее бывшего парня. Потому что я не знал, что предсказание было не об этом. Я думал, типа, в предсказании должна была умереть она, но хрен-то там. И судя по тому, как называется миссия, мы оказались во что-то вроде царствия Аида. Кровавой реки. 349 фут. Ой, 394 фута, господи. Эрик! Эрик! Где ты? Твой Эрик сдох по моей тупости, потому что предсказание предыдущей серии меня обмануло. Так что теперь ты со своим парнем был со своим парнем новым будешь навеки. Ну или типа того. Ник? Джейсон! Вот их здесь точно нет. Можешь не надеяться. Но есть Жига. Интересно, работает ли она в этих кровавых реках Стикса? О, еще только этих не хватало. Блин, если сейчас еще эти будут, а то все это звездец будет полный. Выберитесь из расселины. Из кровавых рек Стикса. Царство мертвых, все дела. Опа. Не к добру это. Ага, вижу. Все, ладно, не плывем туда. Или он типа что, или он идет в одну сторону, я иду в другую, да? А где он? Его вообще не вижу. Подожди. Чего тут такое? Предсказание? Нет. Чей-то шлем. А, это этот шлем этих рыцарей. Когти острые. Древний шлем. Но это шлем вот этих вот, которые были в начале игры. Это вот их шлем. Это шлем вот этих вот древних. Так, и что, и где он? Он там где-то плавает. Ну-ка, если я... Подожди, вот это что такое? Опять листки какие-то. Ну да, почитаем. 13 декабря мы спустились в этот... Мы в пути, меня поразила перемена в настроении. Она рвалась навстречу новым открытиям с почти маниакальным пылом. Когда мы достигли дна, Кроу не удержался от... Перед нами в невероятном зале лежал тошнотворный гигантский спящий. Поразительное сооружение, возведенное в охваченный трепетом я. 28 декабря. Боже, прости нас. Много дней мы изучали это мертвое безмолвное царство и погребенные в нем отродья. И теперь этот ужас настиг мою дорогую Мэри. Кроу нашел ее без сознания в зале звезд. Кругом были разбросаны записи. Он отнес ее на склад и положил в одну из камер. Я сообщил Брэдшоу о произошедшем, но она отказалась раскрыть, над чем Мэри работала там внизу. Когда я умывал лицо жены, она начала метаться в жару и лихорадочно бредить. Я намерен не спускать с нее глаз. Молюсь, чтобы ее лихорадка спала, и мы смогли покинуть это проклятое место. Напоминает очень сильно мой первый день, когда я заболел коронавирусом, когда я тоже бредил. Очень часто. Я это самое интересное осознавал, то есть я реально знал, что я бредил. Так, вон там вот плавает эта шняка, я не хочу туда идти, потому что мне страшно туда идти. Я хочу уйти от нее подальше, вперед. И плевать, найду я там секрет, не найду я там секрет, мне похер, я жить хочу. Но он сзади меня, если чё, поэтому как бы пофигу. Ух, ёб твою мать. Что за... Пещера Бэтмена. Бэт-пещера, чё бы нет. Это было в Морбиусе, это происходит здесь. Давай, пошли. И как я понял из многочисленных превью летсплееров, всю остальную игру Рэйчел будет в крови. Всю остальную игру. Потому что она же ведь как бы упала вот в эти вот багровые реки Стикса.
Вот. Ой, да ладно. Я бы не советовал бы сражаться с косточкой, потому что... А, ну окей, ладно, пускай будет факел. Он горит? Нет? Ну-ка. Ну хорошо. Горящая кость, why not? Жги. Как в этом, или нет? А, ну ладно. Я сейчас думал, она будет прожигать этот, как его... как в Ларри Крофт, в Том Рейдере. Так, это вурдалаки. Это вурдалаки, спокойно. Вурдалаки, вампиры. Пошли. Так, а если потушить можно? Нет, нельзя, все окей. То есть это замена зажигалки. Зажигалка нам еще потом пригодится. Ну что ты лагаешь? Перестань лагать, говорю. Кира. Так, жди. Так, нам туда. Да, посмотрим, что здесь. Пока тварь эта находится сзади нас. Не знаю, проплывет она там или перепрыгнет через вот эту вот ограду. Anyway. Что это за свет? Где? Я вижу колесо. Я вижу не свет, но я вижу колесо. Блять. Где? Не вижу. У меня почему-то камера резко развернулась. Тихо. Че это? Рисунок этих тварей. Слюна. Мы собрали, так, научные заметки. Мы собрали в пробирку черную слюну из пасти существа, извлеченного из кокона. У всех, кто понюхал это вещество, наблюдалось учащенное сердцебиение. Они испытывали сильное чувство страха. Некоторые сообщили о странных нарушениях зрения, таких как измененное восприятие цвета. Мы попытались получить дополнительные образцы слюны с места нападения на М. Запах был... настолько сильным, что для сбора потребовались респираторы. Ты рекомендуем всегда использовать маски при работе с образцами, чтобы избежать их воздействия. Псилобицин? Ощущение похоже на действие гриппов? Maybe. Не исключено, что это может быть и грибы. Но нам показали четко клыки вот этих вот вампиров. И еще плюс, кстати, я узнал, что, оказывается, в этой игре вообще можно всех превратить в вампиров. Но так как у нас два трупа, то вампиров всех превратить в этой игре не пал. Он идет за мной. Сука, он идет за мной. Он идет за мной, ребята, он идет за мной. Он прямо за мной. Где свет не находится, он прямо за мной идет. Сука. Он идет за мной. Мать, он идет за мной. Он идет за мной. Сука, он идет за мной. Он идет за мной, я видел. Он за мной. Вон он. Сука. Вот же тварь. Он, самое интересное, он здесь, блин, не боится света. А ведь это, короче, монстры, как в этом, как в Тихом месте. Они же тоже были слепые, насколько я знаю, в Тихом месте. Что там? О, привет! Бежим. А, ты жива? Да ладно! А я думал, ты зомби. Она так встала, как будто зомби. Я, кстати, как раз о тебе вспоминал в предыдущей серии. Я
Я бы даже сказал, слишком большое. Вот этот вот Клариса или как ее там зовут? Как же долго прогружаются в этой игре текстурки, ёкарный бабай. Подожди. Во. Вдруг сможем подключить радио и послать СОС. Шансов мало. Ну ёб твою мать. Чё происходит? Почему у меня игра лагает? Мы даже не знаем, есть ли ну... наверху работающий передатчик. О. Но куда-то же эти провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Все равно. Что-то мне не хочется туда лезть, чтобы... Не вижу! Какого хера, Джоуи? А вот и вампиры. То есть все-таки трупы могут быть вампирами. А ему похер, он вампир. Даже когда лагало, я успел нажать. Да ладно, ничего. А, ну да. Я же забыл, вурдалаки, вампиры, они же ведь, да. Да. Вот главное, когда я его проткнул, все перестал лагать. И вот вы можете стать следующими, как только умрете. И самое главное, почему в этот момент тот стоял, не мог выстрелить. Вот интересно узнать, кстати говоря. Шевелись. Здесь опасно. Не знала, что ты... Дерусь? Да, я тоже. Что это было? Не знаю. Вудалаки. Но я здесь не одну. Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать. Ты пипец, конечно, у тебя кожа и бледная. Это еще мягко сказано. Меня спасло чудо. Ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Лучше скажи спасибо за помощь. Да поблагодари, конечно. Я благодарна. Спасибо. Semper Fi. Semper Fi. Надо выбраться из этой... Semper Fi. Здесь ты пряталась? Оружие есть? Я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря. Могла бы и спросить, что не пришло в голову. Опа. Сильно болит. Да. А, ну ладно. Я думал, ты ее кокнул этот. Сильно. Закоцал. Можешь не закокнул, делать. А закоцал. Бинты. Я тебе рада. А, ну, пожалуй, я тебе тоже. Я видела те самые... такое в домах. Да, те самые знаки. Они явно давно живут в этой долине.
Капец, у Теха. Есть путь. Но нам не по зубам. Почему? С чего вдруг? Не влезем. Зацепиться не за что. Ага, ну да. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь? Я бы тоже не рисковал бы. Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Угу. Видели мы, как в прошлой серии ты ходила на альпинизм, блин. Из-за чего я пожертвовал одним из главных героев. Гребаный камушек. Опа! Еще один вампир. Я думал, сейчас она будет сбираться, типа нажимать на кнопки, и не придется. Удивительно. Это что, у нее ножик? Походу, да, ножик. Меня удивляет, кстати, еще тот факт, что ни у кого из них не разрядился фонарик. Сейчас, минуту. Ни у кого вообще, ни у одного главного героя не разрядился фонарик. Это не точно. У Салима вообще фонарика нет. Не вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопросы я в своей жизни не слышала. Что, решила устроить мне бойкот? Да нет. Сейчас лучше сосредоточиться на выживании. Вот-вот. Понятно, почему тебя зовут Альфа с сукой. А главное, ты даже не видишь. Слушай, вот... Ничего не вижу. Ты от всех закрыта. Слушай, сейчас вокруг дом 2 устраивать нет. Некогда. Нет, даже не стена, гора. Скажи, Рэйчел, за ней хоть есть кто-то живой? Я хз. Альфа с сукой быть сложно. Думаешь, я добилась всего улыбкой и добрым словом? А я-то думала, ЦРУшникам все на блюдечки приносят. Блюдечки? Да я жопу рвала. Слушайте, хватит уж эти папские разборки устраивать, Рил. Да для меня выживание здесь превыше всего. Выживите сначала, а потом устраивайте папские разборки. Разгрести, чтобы выйти на этот уровень. Да? Интересно, что за уровень. Ну, если честно, это еще одна куча говна. Мы с тобой вообще похожи. Так, вот не надо сейчас вот это. Мы цели и делали все, чтобы ее достичь. Это нормально. Нормально. И сейчас она такая: а тебе поцелуй меня. Вот она начинает кашлять, это все. Да ладно. Да ладно, ты станешь вампиром, что ли? Да ты прикалываешься, что ли? Да ну нафиг. Чё, троих потеряем, что ли? Алиса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Хорошо, я здесь. А как мы ее вылечим? Не обещаю. Ничего не обещаю. Слушай, с тобой что-то происходит. Что с тобой сделали? Да она вампиром становится, 100%. Ее укусил вампир. Наверху есть лекарства. Они помогут. Что-то мне кажется, ни хера не поможет. Можно попробовать, но не знаю, не обещаю. Ой, блин, сейчас будет стрёмно её потерять. Дай мне руку. Ну чё опять лагает? Вот каждый раз, когда она начинает лагать. Ну-ка, может, пауза поможет? Не, нихера пауза не помогает вам, видите, тоже. Ёб твою мать. Но я и говорю, надо на паузу нажать, чтобы прогрузились текстурки, и вот тогда все будет нормально. Во. Как знал. Что для того, чтобы игра дальше нормально работала, надо нажать на паузу на каждой катсцене, подождать, пока прогрузятся текстурки, и все.
Блять. Не время сдаваться. И чё? Нужно зацепилась? Перемахнуть. С первого раза? Да ладно. Веревка порвется. Тогда я первая. Давай. Стой. В смысле? Что стой? Ты правда веришь, что лекарства помогут? Похер. Держись, мы почти на месте. Да похер. Может, ты успеем? Ты не ответила. На что? У тебя нет других шансов. Попробуем, мы может сможем. Получится. Вдруг получится. Но если что, я не знал, сразу говорю. Итак, Рэйчел утешила Клариссу, когда той стало плохо. Окей. Доктор Стоукс? То есть есть возможность вылечить, что ли? Да ну. Если есть возможность вылечить, это будет... Зашибись! Тихо! Хорошо. Воу-воу-воу. Черт. Тише. Все окей? Да, но... Теперь ты. Воу. Что? Помочь? Хер ли оставлять? Может, сможем мы ее вылечить? Я понимаю, ей сейчас херовый, типа, вирус, все такое, но вдруг поможет. Опа! Клариса! Зашибись! Третьего потеряли! Браво! Ой, вот почему в Man of Medan, в Little Hope и здесь у меня всегда происходит полоса невезения? Почему в моих руках все умирают? Да и к тому же, здесь, понимаете, в чем прикол? Здесь такая судьба, что хоть оставь ее, хоть помогай, она все равно умирает. То есть, здесь она умрет от падения, а там она просто превратится в вампира. То есть, то же самое, что... Умрет от падения. Я не понимаю, почему у меня так происходит. Почему в моих руках, во всех частях Дак Пирчес, у меня они все умирают. Какого хрена? В Little Hope у меня вообще выжило двое, только потому, что я вовремя воспользовался подсказкой на YouTube, а так бы я вообще не догадался. Я понимаю, это читерство, все дела, но ёкарный бабай. Пипец, блин. Да и к тому же здесь выбор, он такой, что какой выбор не выбирай, исход всегда один. Это тупо. Я херею просто с этого, я не могу просто, ну как так? Чё за фигня? Я вижу, что лезут, но слышу. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Прием. Они друг друга грызут, походу. Пока развлекаются без нас, я спокоен. На камерах внутри ничего. Прием. Не зевай. Удивительно, кстати, что здесь ловит связь под землей. Это удивительно. Но это факт. А смотреть. Опять предсказание. Ну давай. Это 100% концовка игры, 100%. Это потому, что то же самое было в этом. Сейчас скажу, где. В Little Hope, где там тоже кому-то вывихнуло шею. Насколько я помню. Ну чё за фигня, вот как так? Вот просто как так? Троих убил, троих! Ну что за херня? R73, еще один камушек найди. Табличка со сражением. Но это еще один камушек мы найдем. Может, таких камушков нашли 3 штуки. Я не понимаю, я хереваю от этого всего, ребят. Я не могу. Да, отодвинь кружечку. Они все равно сейчас будут долго лезть, поэтому можно успеть почитать все. Найден секрет еще один. Итак,
Симптомы инфекции. История болезни. Имя Мэри. Возраст неизвестен, пол неизвестен. 30 декабря. Темп повышен, темп пульс. Пульс приходит в себя, лихорадит, пульс. Короче... Пока чисто. Если полезут, то я думаю, что, скорее всего, из разлома. Я хотел еще осмотреть если... местность. Ну приступ ладно. Оптимизма, ну, типа того. Как наш друг поживает? Салим? Как индюшка на вертеле. А нахера вы его вообще привязали, если, типа, знаем, мы с ним друзья? И у нас общий враг. Посреди его территории. Хреново дело. Господи, он вам не враг, нахера вы его вообще это? Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу, сравняем счет. Я на паузу не нажимал. Если тут и есть передача, диапазон ограничен. Черт, если бы Эрик вызвал поддержку с воздуха, они бы поймали сигнал. Начальство только обсираться умеет. Я реально, ребят, говорю, я на паузу не нажимал. Так, а я могу включить фонарик? Могу. Так, это вот что? Еще книженца. Ну-ка, давай посмотрим. Каталог 1 Ван Хёйнтен. Господи. Понятно. Его даже открыть нельзя, да? Да, сука. Ну ладно. Как хотите. Не хотите, ну и не надо. Ну не насрать. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Так, табличку мы читали, этот мы читали. Там что? Давай посмотрим. Адресат Ван Хёйтен, новые находки для каталога, флейта, кинжал. Короче, понятно. Найден Ван секрет. Я так и знал. А я с самого начала-то понимал. Образец не подчиняется известным нам законам биологии. Как долго эти существа жили у нас под ногами? Они просыпаются каждые несколько веков, чтобы охотиться на нас. Акадцы знали о них из легенд предков. Пазузу явно служит их изображение. Предполагаю, что нападения послужили основой для фольклора для всего человечества. Древний миф, пронзающийся культуры, крылатый демон, рогатый сатир, минотавр, вампир. Это вампиры, вампиры. Это вампиры. Это вампиры 100%. А те это крылатые вампиры. То бишь, вурдалаки. Ну не вурдалаки. Вурдалаки они вроде как по-другому выглядят. Насколько я знаю. Но я их почему-то называл вурдалаками. Хочется их называть именно так. Вурдалаки. Потому что имя для них более такое подходящее. Не знаю почему. Но... Мне нравится их так называть. Тем не менее. Так, радио пока мы не будем, давай посмотрим вот здесь что-то такое. Так, давай, двигай кружку. А, ты двигай. Причем, обратите внимание, что... Тут ложное место раскопок. Карта экспедиции. Знали, что здесь их ждет нечто особенное. Причем, обратите внимание, они всегда кружку двигают вправо. Никогда ни один раз не было такого, чтобы они кружку двигали влево. Ни разу. Давай, радио. Мне нужна помощь, чтобы его наладить. Супер. Ой, нашел время. Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Бля, куда я зажигалку тебе? Обломись. Чё? Насос сигнал. Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто помехи. Ага, понятно. Почини передатчик. Если наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Да, пробуем. Ой, кто это? Вам, сыкунам, я такое не доверю. Опа, здравствуй. Эй, Лазарь, ты какого хера здесь? Восстал из мертвых. Капрал Мёрвин. Я сначала подумал, типа, нас хочет предать, типа, он хочет нас убить. Просто музыка такая заиграла, типа, он сейчас достанет пистолет, нас застрелит. А такой, господи, что у него музыка-то тоже обманывает? Что за херня? Полежать и отдохнуть. Блин, ну я рад, что он жив. Нихуя.
Давай я тебе на пальцах объясню. Я здесь единственный механик. Вот, отлично, давай. Так что тут и думать даже нехуй. Давай, давай. Вот хорошо, что я настаивал на твоем выживании. Вот. Отлично. Может быть, выживем все. У нас еще Салим, кстати, есть. Надо не забыть. А, он сидит завязанный. Спишь? Спишь? О! Салим! Ты дал себя схватить? Развяжи меня. Это что-то генерал, которого мы ранили в предыдущей серии. Но твоя любимая мотыга, твоя любимая пистолет. Опять курс изменен. Салим решил не стрелять Джейсона, но это было. Салим вернулся к Дару. Окей. А, типа, это что-то меняет? Нет. Эти уроды зовут подкрепление. Надо им помешать. Не пошел ты нахрен. Нет, не надо. Эти уроды могут помочь нам спастись. Ты сдурел? Они наши враги. Значит, ты еще не видел демонов? Здесь внизу демоны. Вот они, наши враги. Салим, ты бредишь. Послушай. Они убили американцев. Почти убили меня. Послушай, я видел демона своими глазами, а убил одного. Закрой рот и иди за мной. Ты меня вообще слушаешь? Нет, ты послушай. Иди за мной или можешь подохнуть тут. Выбирай. Я тебя застрелю нахрен, слышь? Чтоб тебя. Застрели его. Можешь там погибнуть. Я останусь здесь. А почему ты не застрелил его сам, дебил? Чтоб полностью показать свою преданность американцам. Ой, дурак! Ой, придурок! Заткни его! Все, заткнул? Нет? Так, все, готовы. Мы готовы. Может, поторопишься? Времени нет. Надо же, а я хотел спокойно прогуляться. Ой, завали, оценить. А! Завали, а! Все, делай свое дело. Все, мы готовы. Дай мне 2 минуты. 2 минуты? 2 раза успеешь? 1-0, лейтенант. Тихо. Тихо. Ждем. Я готов. Спокойно. Курс изменен. Итак, Эрик оказался вызывать поддержку с воздуха. Мёрвин починил рацию, и выжившие смогли вызвать подмогу. Хорош. Ура! Ой, я! Ах ты, тварь! -4, сука! Еще глаз с калаша, и так метко, блин. Прошу эвакуацию, прием. Если вы там, если слышите меня, нужна немедленная эвакуация, прием. Наши птички. Нужна эвакуация. Мы застряли под зоной посадки с неустановленным противником. Нам надо съебывать отсюда, прием. Точно, ястреб 2-1, понял. Ждите. Окей. Твою мать. Черт! Вот какого хрена Салим его не застрелил, блин? Стоял, блин, копошился. Сволочь. Пошел ты нахрен, а? 4-й! За 2 серии! 2 смерти, сука! Обойдем его! От него и на... Он же сейчас еще вампиром станет. Мёрвин и Клариса.
Давай. Вот ты здесь урод, согласен. Убил Мёрвина, тварь. Еще главное, метко так убил его, видишь какой. Из калаша так метко невозможно стрелять. Это ж не снайперская винтовка, блин. Да еще и с дальней дистанции, с колонны. Там видимость, не алло. Так а этот гранатомет нельзя использовать? Сука. Ну ладно, ладно, не страшно, не страшно, не страшно, не страшно, не страшно. Он же не попадает все равно. Нормас. Он все равно не попадает. Не могу прицелиться. Так ты гранатометом кинь. Гранатометом выстрели. Гранатометом выстрели, дурак. Привет, зайчик. Давай, стреляй. Я выстрелил. Я выстрелил! Почему? Я нажал! Ну, сука. Я нажал. Ясно. О, Мёрвина утащили. Выдвигаемся в храм. Вперед. Пошли. Навались давай. Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко. А где Рэйчел? Рэйчел? Да, жива-здорова. Ты жива? Как видишь. Не веришь, солдат? Где Эрик? Мёртв. Он... Чудо завис на какой-то момент. Пережила падение и вернулась к группе. В общем, того, чего ты добивалась. Да? Ты этого добивалась. Ты справишься, Рэйчел. Он был моим мужем. Ты ничего не знаешь о нашем прошлом. Что с ним случилось? Рэйчел. Скажи. Он погиб, спасая тебя. Меня обмануло воспоминание. Держался до конца. Это точнее, не воспоминание, а предсказание меня обмануло. Рад тебя видеть. Думал, ты мертва. Кто еще выбрался? Мало кто. Мёрвин мертв. Эти твари достали Джоуи. Кларису. Что такое? Клариса была жива. Кларису заразили. Эти монстры как-то залезли в нее. Мы пытались подняться сюда, но она разбилась. Я уже усвоил, что в этом месте мертвые тихо не лежат. Пушка. Давай. Каждый выстрел на счету. Так, отступаем. Мы же где-то еще детонатор поставили на колоннах, насколько я помню. Надо еще это учесть. Ё-моё, вот это плохо. Нам нужен генератор. Без него ослепнем. Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить! О, господи.
Они уже внутри! Значит, больше не впускай! Даже по приглашению! Отлично. Но они сейчас сломают. Я займусь генератором! Беги! Будто тех мало. Вот они. Здесь заминировано? Да. Недостаточно. Так, сейчас, секунду. Продолжаем. О! Ага! Приключения, как в предыдущих частях. Бля! Эти твари реально хотят прорваться! Надо срочно врубить генератор, иначе жопа! Суки лезут внутрь! Не выдержит! Так бегите. Да. Все, пипец. Это наш дом! Поняли? Welcome to the Earth, как говорится. Ну, хозе. Это все, что вы можете? Прорвались. Эти твари еще хуже крыс. Так, снова приключение. Давай. А, в смысле? Блять, да ты издеваешься? В смысле, я нажал? Не вовремя, что ли? Да вы прикалываетесь, что ли? Думаю, самое время сваливать. Возражений нет? Нет, конечно, бегите. Они прорывают периметр. Если есть идеи, так давай, делись. Давай, давай. Должно быть что-то. Стоп. Да. Бежим в катакомбы. Надо идти вниз. Вниз? Вообще-то выход в другую сторону. Либо туда, либо все умрем здесь. Согласен. К восточным воротам. Пошли. Живо к воротам! Так а фиг вы стоите? Отступить, выстрелить. Выстрелить. Так он не стреляет. Это твоя идея, Рейч. Давай! Ну и ладно. Ой, хорошо! Я нажал! Я нажал! Ишь, психану нахрен! Вот почему не мог это применить, когда был тот солдат? А хер ли ты стоишь? Ты-то беги, дебилой! Ой, ладно, хорошо. Все это их поджарит нахрен. Ник? Че с тобой? Это сейчас зачем этот жест сделал, мне интересно узнать. Где этот колодец? Вот они. Но там не мины хоть, слава богу. Мины! Почему это не мины? Это взрывчатка! Центр, идем по центру! Они ж не в центре, но ты чё?
Или по центру. Хер его знает, я не знаю. Я ж не по центру их ставил. Но я ж их не по центру ставил. Я четко помню, я там был выбор поставить по центру или поставить их по колоннам. Я их поставил по колоннам. Так что не надо мне здесь. Фух. Охренеть, короче, ребят. Я херею просто. То есть, если бы я бы отступил, они бы не вышли. То есть, понимаете, в чем дело? В этот момент я вообще не знал, что выбирать. Я чисто выбрал птица, потому что выстрелить. Имеется в виду, что, наверное, она начнет из этого пулемета стрелять по вот этим вот. Ух, жесть. А Салим, кстати, где? Их слышно? Взрыв нас отрезал. Идем дальше. Вот, наверное, самое интересное, вот обратите внимание, в предсказании вокруг Ника был огонь. Я, скорее всего, это предсказание прервал. То есть не случилось того, что должно было случиться. Хотя, возможно, это было не там, где надо. Блин, вот генерал, которого я не застрелил, блин. Бросай оружие. По-ихнему. Привет. Ну привет. Мой друг недоволен. И я заметил. Что там было? Не с места! Твой друг какой-то слишком нервный. Прям бесит меня. Если ты опустишь оружие, это может его успокоить. Маловероятно. Не послушаешься, я ему в голову устрелю. Это очень плохая идея. Не в моем положении, чтобы спорить. Блин, стреляй, придурочный. Ну давай, рискни, блядь. Так ты стреляй! Мы могли бы стать близкими друзьями, если бы на секунду забыли, форму какой страны одеты. Согласен. Не будь дураком! Предлагаю просто захуярить этих уродов. Что они говорят? Ник! Что думаешь? Поверю. Даже не знаю. Нам нужна их помощь. Это враги, Ники. Чувак, у нас один общий враг. Мы помочь друг другу? Да. По-другому никак. Да. У нас один общий враг. Так что об этом думать и нет речи. Это они. Надо открыть эту дверь. Нормально, короче, генерал на нашей стороне. Чего вы стоите? Ну! Даже не думай. Блядь, Джейсон. Враг нашего врага, друг. Вперед, ну давай. Но сейчас не время думать о вражде и так далее. У нас один общий враг. Вперед! Вот именно, вперед. Какого хера стоите? В смысле, троих достаточно, чтобы открыть дверь? Да ну нафиг. Ну ладно. Но смотрите, с другой стороны, получается, я не зря не выстрелил по генералу. Все-таки. А что с генералом, кстати? Генерал с нами пошел, что ли? Да, генерал с нами пошел. Ну хорошо. А чего бы нет? Ну ладно. Честное слово, это худшее место во всем мире. Есть места хуже, чувак. Поверь мне. Вот они. Вот они, сволочи. Попробуем пережить. Нас пятеро, их хз сколько. Или шестеро.
Но генерала мы генералу сохранили жизнь, это удивительно. Стреляй! Что стоишь? А, ну ладно. Опа. Кто там? Это этот. Вампир. Стреляй! Все, минус генерал, смотри. Я так и знал. Демоны, ты был прав! А вот зря не послушался. А все уши! А все уши ему кирдык, хрен спасаешь. Он сейчас в вампира превратится, сто пудов. Стреляй! Это вампир. Это вампир, это не Клариса. Это вампир. Это вампир. Это вампир. А курс изменен. Курум воскрес, став нежитью. Курум? А кто такой Курум? Я что-то уже забыл, кто такой Курум. Стреляй, что ты стоишь? Винтовка распятия, винтовка. А, ну да, винтовка же не работает, я и забыл. Я нажал. Да почему у меня не срабатывает с первого раза клавиша левая? Тормоз. Они еще летают. Стреляй, херли стоишь. Чего? Одно из существ атаковало Рэйчел в катакомбах и инфицировало ее. Зашибись. Троих за одну серию, как вам такое? А здесь что? Ник был ранен. Этот генерал еще пытается выжить. А все уже. Можешь не стараться. И для них самое главное блюдо на сегодняшний день. Но с другой стороны, он получил то, что заслужил, так что... Why not? Но, блин... Три жертвы за одну серию. Три. Это Клариса, Мёрвин и этот. И Рэйчел. И в итоге что у нас получается? У нас остается еще три главных героя. Это Салим, Джейсон, хрен знает, что с ним сейчас случится, и Ник. Который еще и ранен к тому же. Зашибись. Ой, чую, нас ждет судьба первой части, в котором у меня вышел всего один. Охренеть не встать. Да, на этом все.